россияне потрясены. Выяснилось, что женой Путина стала. В плане личной жизни президент РФ очень закрытый человек. На все вопросы подобного плана он отвечает односложно, либо мастерски уходит от ответа. Владимир Путин уверен, что публичность личной плоскости совершенно не нужна. Поэтому россияне до сих пор не знают, есть ли какие-либо отношения у президента или нет. А может, у него вовсе уже имеется супруга, просто от нас все мастерски скрывают. Ранее мы упоминали, что Путин не рассказывает о своей личной жизни ничего, а на откровенно провокационные вопросы старается отмалчиваться. Но, как ни странно, недавно он изменил своему правилу. Во время последнего публичного мероприятия Путин рассказал, как складывается его личная жизнь. Безусловно, от подробностей воздержался. Президент получил прямой вопрос от журналиста, как складывается его жизнь после развода с Людмилой в 2013 году. Путин всех пустил в личное пространство и при ответе на вопрос сказал, что у него в личной жизни все хорошо. Мало того, он отметил, что счастлив, чего желает всем россиянам без исключения. Одновременно с этим указал, что новой избранницы в его жизни нет. Причина проста – высокая загруженность работой, постоянная нехватка времени. Как результат, нет времени заниматься личной жизнью.